Я Гаврилов Вячеслав Сергеевич. Откуда ваш адрес домашний? Проживаю город Стаханов, улица Карбышева, 80-10. Да, расскажите про ваше отношение изначальное к ДНР. Ну, изначально относился положительно к ДНР, сейчас поменял свое мировоззрение и вот пришел помогать украинской армии. Я понял. Положительно это как? Вы называли армию ДНР своей, правильно? Рассказывай. Ну, я называл армию ДНР своей. Теперь, как бы, моя стала армия, это украинская армия. Это армия Украины.